Александр Сергеевич Пушкин, стихотворение «Цветок». Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я, и вот уже мечтою странной душа наполнилась моя. Где цвел, когда, какой весною, и долго ли цвел, и сорван кем, чужой, знакомой ли рукой? И положен сюда, зачем? На память нежного свидания или разлуки роковой, или одинокого гуляния в тиши полей, в тени лесной. И жив ли тот, и та, жива ли, и нынче где их уголок, или они уже увяли, как сей неведомый.